Скажите, а вот теперь, когда вы, ну, условно говоря, монетизировали свою деятельность в благосфере... Она сама монетизировалась. Она сама монетизировалась, ну, да. Не без вашего участия все. Хорошо. Вы теперь пишете уже с прицелом на то, как это будет продаваться, либо по-прежнему у вас эта песня Акына такая? Как только ставишь себе прицел на продажу, прекращает продаваться. Это опять же из собственного опыта? Вы пробовали? Да, мне предлагал хороший московский журнал, мы с ним торговались. Он начал с $500 за статью и закончил $2000 за 3000 знаков. То есть почти по доллару за букву. Я месяц бился, не смог ничего написать. Ну, просто вот как вот, при том мне деньги тогда были нужны. Очень. Сейчас не нужны? Сейчас тоже нужны, но как-то свободнее стало. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».